Буэнос-диэс, братва. Ядерный рассвет назрет ваши экраны, это значит, что у нас снова Детройт. Ну, поскольку я только-только запустил сцену, а у меня уже 10%, я так думаю, сцена будет короткая и, может быть, ебанем сразу две. Так что посикарашили. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Если это оставлен так, чтоб прошел только андроид. Иерихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Есть место для нашей свободы! Найди Иерихон! Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Сидеть в темноте и ждать чуда? Не такой я видел свободу. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Ага. Блядь. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. И я так не говорю. Может, будет полезно. Ну да. Хотя, если честно, ради беспалевности зря он это делает. Вот максимально зря. Потому что, как бы так сказать, ты помягче. Дым никто не отменял, блин. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Тебе, Маркус. Че, все заглохло?
вон еще бочка. Скорее, она тоже подойдет для разведения огня. Ну да. Как я и говорил, собственно. Короче, если меньше 10 минут, это все займет. О, R9. Если занимает все меньше 10 минут. Так, а что же за секретное это самое? А, вон еще бочка. Хм, откуда у Маркуса зажигалка? А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Дерзкая девочка. Наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. Да, братан, грустная хуйня. Хуя, у него полбашни нет. Стоит, хуевает. Покажи. Надо закрыть рамку.
Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Саймон, я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае, мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. Хуяк-стояк. А, то есть я на соточку вообще все сделал. Да ладно, да ладно. 12 минут. Ну что ж, заебись. Спасибо всем, кто присутствовал с вас, как обычно. Луис, пиписька. И до скорого.